Я Майла Белум. У меня есть для вас история. А что это за история? Это криминальная история. За эти годы мальчики пережили много травм. Это связано с зависимостью их матери. Она живет с их отцом. О, черт, 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 о, черт. О, черт возьми. Ладно, шоу окончено. Спасибо вам. А также о преступной деятельности их отчима. Все в порядке, сэр. Мой отчим заключает сделку с наркотиками. Она слишком хороша для этих дерьмовых людей. Не надо изображать респектабельность. Для этого нужно очень многое сделать. Эти деньги предназначены для вашей семьи. Он делает это, потому что любит вас. Он будет так хорош, что вы забудете об этом русле реки. Я сделал все, что мог. Уведите его отсюда. Мне очень жаль, детка. Я просто попробую сделать это для всех. Илай! Он совершал плохие поступки, не так ли? Все мы иногда совершаем плохие поступки. Вы говорили мне, что хотите быть хорошим человеком. Это проверка. Я собираюсь найти его и получить деньги, чтобы перевести маму отсюда. А что, если бы они посадили вас за решетку? Ну что же, им придется поймать меня первой. У нас больше нет сил. Конфликт между этими бандами приближается к кульминации. Заберите этих детей. Где еще мне придется это сделать для вас? Это так. Я сильнее, чем они есть на самом деле. Все, что вам нужно сделать, это поверить. Вам не помешал бы кто-нибудь присмотреть за купанием? Вы знаете, что я мог бы использовать? Кто-нибудь мог бы поменьше болтать? Мне просто интересно, не было ли у вас проблем с мечом до того, как вы превратились в скина? Потому что это произошло позже.